Привет-привет! Окунись в мир студенчества и новостей вместе с командой «Универ News». С тобой я, Анна Глазунова, и так сегодня в выпуске. В Казанском университете прошло собрание, посвященное вопросам развития бизнеса. Совершенно секретно ученые радиофизики Казанского федерального создали новую систему шифрования. Казанский федеральный университет вновь посетили гости. 22 марта к нам прибыла делегация из КНР. Основная цель визита – дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 22 марта в Казанский федеральный университет прибыла делегация с Китайской Народной Республики. В холле главного здания делегацию торжественно встретили студенты из Китая, которые проходят обучение в Альма-Матер. В ходе визита гости посетили музей истории, императорский зал и комнату Ленина. Представители делегации ознакомились со структурой университета и возможностями, которые Альма-Матер представляет студентам. Стоит отметить, что студенты из Китая с радостью выбирают КФУ для получения образования. Так, на данный момент в университете учатся свыше 500 студентов из КНР. КФУ активно привлекает иностранных студентов. В 2016 году КФУ в рамках объединенного стенда Министерства образования и науки Российской Федерации принял участие в международной образовательной выставке China Education Expo 2016 в Пекине. Казанский университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. Диана Шилова, Ленар Давлетьяров, Универ Ньюс. Открытие своего бизнеса – дело рискованное. Любой предприниматель подтвердит, что больше всего бизнес напоминает американские горки. Вы то взлетаете на вершину, то стремительно падаете вниз. Если ты мечтаешь приучить к рукам большой успех и превратить свой малый бизнес в корпорацию с мировым именем, то наш следующий сюжет специально для тебя. 22 марта в стенах Института управления экономики и финансов КФУ состоялось совещание с участием генерального директора АО «Корпорация МСП» Александра Бравермана, премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова и других. Тема встречи затронула вопросы использования возможностей систем и сервисов информационной и маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе совещания глава корпорации МСП представил предложение по развитию рынка малого и среднего предпринимательства, разделив их на несколько блоков доступа к закупкам, финансированию, информационной, маркетинговой, имущественной и правовой поддержкам. А также участникам мероприятия был представлен уникальный ресурс «Бизнес-навигатор». Для этого предпринимателям в бизнес-навигаторе будет предоставляться информация о доступных рыночных нишах привязкой к конкретной территории. Стоит отметить, что корпорация МСП планирует вместе с региональными властями Татарстана добиться увеличения доли закупок крупнейшими заказчиками у малого и среднего предпринимательства. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Как в полной секретности доставить информацию до адресата и сделать это так, чтобы третьим лицам не удалось ее заполучить? Ответ знает наша съемочная группа. Смотрим. Как защитить информацию при ее передаче? На этот вопрос ответили ученые радиофизики Казанского федерального. И создали новую систему генерации и распределения ключей шифрования, сокращенно Геракл. Сложности работы были в том, что мы первая группа, фактически, которая в России взялась за эту проблематику. То есть, поэтому пришлось много начинать с нуля, но и это очень сильно воодушевило, потому что работа над новым проектом, над новой идеей, именно ощущение того, что ты создаешь что-то новое своими руками, оно, конечно, очень вдохновляет. Предлагаемая система, что интересно, основана не на математических алгоритмах, а на случайных физических процессах. Перехват ключа невозможен в силу природной стихийности физических процессов распространения радиоволн. Ключи перехватываются, потому что они доставляются от одного пункта до другого каким-то образом. В нашем случае доставки не происходят, они генерируются непосредственно в пунктах за счет того, что оба пункта наблюдают одну и ту же среду, одну и ту же случайную обстановку. И поскольку нет передачи ключа, существует создание ключа только конкретной точки, то невозможно его перехватить. Ключ
Шифрование может применяться в совершенно различных областях. Например, для защищенных военных коммуникаций, где можно использовать непредсказуемые изменения тактичной обстановки на поле боя при обмене радиосигналами для создания случайных последовательностей и генерации новых ключей. Это можно использовать и в банковской сфере, а также в любом офисе для защиты уязвимых беспроводных Wi-Fi точек. По периметру любого офисного помещения расположена группа Wi-Fi точек, которые непрерывно обмениваются сигналами друг с другом. Но в то же самое время сама среда, по которой распространяются сигналы, она непрерывно изменяется в течение рабочего дня, потому что перемещаются сотрудники постоянно с каким-то поручением, с какими-то бумагами. Каждый сотрудник выступает в качестве случайного рассеивателя, который вносит случайность, непредсказуемость в канал связи. Таким образом, используя случайность офисной обстановки, Wi-Fi точки могут обновлять ключи и непредсказуемо менять свои пароли и шифры. Именно основная уязвимость Wi-Fi сетей в том, что они используют статичный, запрограммированный на этапе конфигурирования сети ключи. А наша среда, она постоянно изменяется, она позволяет непрерывно, случайно и непредсказуемо изменять ключ, используя именно случайность канала связи. В системе Геракл работают два легальных устройства связи, которые непрерывно обмениваются радиосигналами на частоте порядка 1 ГГц. В лабораториях их ласково и по-домашнему называют Элис и Боб. Но есть и третье устройство Ева, идентичное легальным, но являющееся потенциальным противником, стремящимся прослушать легальных абонентов. Для защиты от противника легальное устройство в течение короткого времени генерирует секретный ключ, используя случайность канала связи. Допустим, мы с вами хотим провести защищенную видеоконференцию, но не хотим, чтобы нас кто-то подслушивал или перехватил эту видеоконференцию. Мы можем воспользоваться нашей системой и пронаблюдать за случайностью канала. Нажимаем, запускаем генерацию ключей. Ага. И как мы видим, за счет того, что наш ключ стал неизвестен, обновился и стал неизвестен перехватчику, он не может за нами больше наблюдать. Теоретическая часть проекта легла в основу кандидатской диссертации Амира Сулимова. Возглавил работу профессор кафедры радиофизики Аркадий Карпов, а разработчиками аппаратуры комплекса «Геракл» стали аспирант кафедры радиофизики Айдар Галиев и ассистент кафедры Алексей Смоляков. На основе этих наработок были созданы опытные макеты, которые уже являются законченным готовым продуктом, которые осуществляют генерацию ключей и постоянное их обновление. Сейчас перед разработчиками стоит задача внести упрощение в систему, чтобы достичь того же самого результата, но с меньшими затратами и с более доступной коммерческой аппаратурой. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Вы когда-нибудь хотели снять клип? Если да, то для кого и на какую песню? А мечтали напрямую пообщаться с российской телезвездой? Студент Казанского федерального университета попробовал себя в роли режиссера и снял клип, который увидела вся страна. Кто это и для кого был снят видеоролик, узнаешь в нашем следующем сюжете. Музыке не нужен никто. Именно на эту песню из альбома Павла «Воли, мысли и музыка» студент КФУ Вагиз Аюпов в рамках конкурса снял видеоклип. Цель участия – это не столько победа, сколько хороший пиар во всех социальных сетях. По сути, то, что мы хотели, мы получили. Павел Воля выложил во все свои социальные сети этот клип. На YouTube, ВКонтакте, в Twitter, в Instagram, везде все было. Везде были просмотры. Мне даже некоторые писали из его Instagram, люди. То есть, ну, мои знакомые сначала увидели у него, а потом такие посмотрели в описании и такие: «О, это же вы, это же наши казанские ребята». Это было приятно, вот. Конкурс объявили еще год назад, но голосование началось совсем недавно. Победитель определит команда Павла Воля, а также учтут голоса зрителей. Клип на песню «Музыки не нужен никто» сейчас находится на втором месте. Сам Павел Воля очень тепло отозвался о нем. Довольно-таки ему очень понравилось. Он оценил как раз-таки идею. Он сказал, что ему порадовало его то, что мы поняли песню так, как надо. Вот. Он сказал, что идея его песни и клип, они очень схожи, и он был доволен, что этот клип получился таким, в принципе, каким он его и видел, и хотел видеть. Результаты конкурса будут известны совсем скоро. Ну а Вагизу мы желаем удачи и призываем всех голосовать за него. Эльвина Хадимулина, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Не расстраивайся, ведь ровно через 24 часа мы встретимся с тобой в то же время, в том же месте и поделимся еще более свежими новостями. Пока-пока!
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова